Здравствуйте, дорогие слушатели! Тема сегодняшнего занятия – моделирование икрой нарядного детского платья. На сегодняшнем занятии мы будем моделировать нарядное детское платье ребенка 30 размера возрастом от 4 до 7 лет. Для этого нам понадобится выкройка основа, базовая выкройка, которую мы с вами приготовили на предыдущем занятии. Также нам понадобится калька, карандаш, ножницы и материал, из которого мы будем выкраивать платье. В первую очередь нам необходимо переснять выкройку основу на кальку. Переснимаем все детали и основные линии. Начинаем со спинки. Можно использовать линейки для удобства. Пересняли горловину. Теперь пройму. Теперь с помощью линейки будем переснимать боковую линию платья. В нашем случае мы должны переснять среднюю линию боковины без расширения тоже. Она нам пригодится при дальнейшем моделировании платья. Переводим среднюю линию спинки. Линию низа. А также линию груди. Обозначаем, что это спинка. Спинка изделия. Теперь переводим точно таким же образом на кальку полочку изделия. Оформляем линию горловинки полочки. Переводим среднюю линию. Линию низа изделия. Плечо. Пройму полочки. Заканчиваем боковую линию расширенную. И боковую линию прямую. Также переводим линию груди.
полочка. Сейчас мы будем моделировать отрезное платье по завышенной линии талии. Для этого нам необходимо на полочке, на спинке и на полочке обозначить завышенную линию талии. Для этого откладываем от линии проймы по прямой боковой линии вниз 5 сантиметров и по нагрудной линии также откладываем вниз 5 сантиметров по центру спинки. Также прибавляем 1,5 сантиметра на расширение. Соединяем сначала прямой линией потом эту линию слегка закругляем. То же самое мы должны сделать и на полочке. Отмеряем 5 сантиметров по боковой линии. И по линии центра 5,5 сантиметра. Соединяем сначала прямой линией, потом закругляем ее. Нашей моделью предусмотрено отрезное платье, поэтому мы должны отделить лиф изделия от юбки изделия. Юбка изделия будет со складками. Разрезаем отдельно лиф, отдельно нижнюю часть изделия. Деталь лифа спинки деталь юбки.
деталь юбки переда и в полочке. Итого у нас получилось 4 детали. Детали лифа, полочки и спинки и детали юбок. Теперь для того, чтобы смоделировать юбку, нам необходимо добавить ширину складки. Это можно делать непосредственно на ткани. Теперь приступаем к работе с тканью. После моделирования у нас получилось 4 детали, 2 детали юбки, деталь лифа полочки, деталь лифа спинки. Откладываем детали лифа и приступаем к раскрою деталей юбки. Поскольку у нас детали полочки и спинки юбки абсолютно одинаковые, мы будем работать с одной любой деталью. Для этого нам необходимо измерить длину лифа, ширину лифа. У нас 18 сантиметров. Располагаем выкройку юбки на ткани таким образом, чтобы у нас оставалось материала достаточно на закладывание складок. В данном случае у нас остается 30 сантиметров. Расстояние должно быть одинаковое по верхнему срезу и по нижнему срезу юбки. 30 сантиметров. Теперь необходимо сколоть булавками захваты оба слоя ткани, чтобы наша выкройка не смещалась. Берем линейку и прорисовываем расстояние 30 сантиметров по верхнему и нижнему срезу изделия. После этого обводим деталь юбочки. Точно таким же образом раскладываем деталь вторую юбки. Замеряем расстояние и скалываем наши изделия. Добавляем от центра 30 сантиметров по верхнему срезу и по нижнему срезу юбки. 30 сантиметров. Теперь необходимо сколоть изделие. Thank you.
очерчиваем недостающую часть. Снизу и сверху изделия. Проверяем. И подкручивать саму юбку. После этого убираем выкройку, оставляем только булавки. Первая юбка и вторая юбка. Теперь нам необходимо прибавить линии для добавочные для раскроя, линии запаса нашего изделия. Снизу изделия оставляем 3 сантиметра, сверху изделия оставляем 1,5 сантиметра, по боковым швам по 1 сантиметру. 3, 1, 1,5 сантиметра. И можно выкраивать изделие. Первая юбка. Верхний срез изделия.
боковая часть юбки. Теперь будем выкраивать детали лифа изделия. Начнем с деталей полочки. Полочка у нас идет не разрезная. Прикладываем ее к сгибу ткани. И прикалываем булавками. Начинаем с полочки изделия. Прикололи полочку. По спинке у нас идет шов по средней линии, поэтому деталь будет разрезная по центру спинки. Прикладываем ее отдельно и прикалываем булавками. Теперь обводим наши детали. Деталь полочки. И деталь спинки изделия. После того, как линии перевели, можно убрать выкройку и снова сколоть материал для выкраивания. Деталь полочки. И деталь спинки изделия. Теперь все готово к выкраиванию. Не забываем оставлять припуски на швы. По низу изделия добавляем 1,5 сантиметра. Боковые швы и пройму добавляем по сантиметру. Вверх плечо сантиметр и линию горловины достаточно 0,5 сантиметров. Сантиметр, 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 1,5. По среднему шву предусмотрена застежка. Для нее необходимо оставить 1,5 сантиметра. Выкраиваем наше изделие. Оставляем 1,5 по низу.
полочки, сантиметр на боковой шов. Сантиметр по пройме. Сантиметр по плечу. И 0,5 по горловине. Деталь полочки, выкраиваем деталь спинки, 1,5 сантиметра по среднему шву для застежки, 0,5 по горловине, 1 сантиметр по плечу. Полтора сантиметра по нижнему срезу лифа. Один по боковому. И один по проме изделия. Все детали выкроены, необходимо убрать булавки. Деталь юбки. Вторая деталь юбки. Теперь отмечаем заднюю сторону изделия, изнаночную сторону для удобства дальнейшего пошива. Деталь полочки и детали спинки изделия. Все детали раскроены. Спасибо за внимание. До следующих занятий.